Михаил, мужское имя, происходит от слов «ивр», буквально «кто как бог» или «тот, кто как бог». Происхождение, первоначально ангел, упоминающийся в книге Даниила, а также в Коране, в христианской традиции архангел Михаил, архистратик. У мусульман возможность называть детей именем Михаил является спорной, поскольку многие богословы считают неприемлемым называть людей именами ангелов. Статистика: имя Михаил стало 7-м по популярности в России в 2008 году. В 20 веке в Москве это имя всегда входило в первую десятку, но наибольшую популярность оно имело в 1910-х, что связано с именем великого князя Михаила Александровича. Также Михаил являлось 7-м по распространенности именем в российском интернете в 2002 году. В США имя Майкла в 2008 году заняло 2-е место по популярности, а в 2000 году оно занимало 1-е место. Также это имя популярно в Швейцарии, 6 мест в 1997 году для немецкого варианта Майкл. Именины. В классическом месяцесловии содержится 14 дней теза именинства Михаила. В современном месяцесловии Русской Православной Церкви их насчитывается 67, большинство из них посвящено новомученикам. Классический список. 24 января преподобный Михаил Клопский, юродивый. 27 февраля перенесение мощи благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора. 23 марта – мученик Михаил Солунский, 20 мая – Михаил Илумбийский, 3 июня – святой блаженный князь Михаил Муромский, малолетний сын Ярослава Святославича, убитый язычниками, 5 июня – святитель Михаил Исповедник, святой преподобномученик Михаил Черноризец, 13 июля – мученик Михаил Садовник, 25 июля – преподобный Михаил Малиин, православный святой, основатель ряда монастырей на Киминской горе, 11 августа – преподобномученик Михаил, ученик святого Феодора Едесского, 8 сентября, святой благоверный князь, святой внук Михаила Ярославича, 19 сентября, память чуда, совершенного святым архистратигом Михаилом в Ханях, 3 октября, святой благоверный князь Михаил Черниговский, 13 октября, святитель Михаил I, митрополит Киевский, 14 октября, преподобномученик Михаил Зовийский, 21 ноября, празднование собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, 5 декабря, святой Михаил Воин, святой благоверный князь Михаил Ярославич Тверской, 31 декабря, преподобный Михаил Исповедник, известные светские носители, Россия, князь Михаил Васильевич Кашинский, двоюродный брат Михаила Черниговского, внук Михаила Ярославовича, князь Михаил Борисович Тверской, Михаил Глебович, князь Белозерский, Михаил Сороковым, боярин Михаил Федорович, русский царь, великий князья Михаил Павлович, сын Павла I, Михаил Николаевич, сын Николая I, племянник предыдущего, Михаил Михайлович, сын предыдущего, Михаил Александрович, брат Николая II, церковные деятели, инок Михаил, монах Владимирского Рождественского монастыря, писатель, гимнограф, Михаил Благивский, святой Русской Православной Церкви, Михаил Малиин, православный святой, Михаил Архимандрит Московского Спасова монастыря, нареченный митрополит Великой Руси, Византия, императоры Михаил I Рангави, Михаил II Травель, Михаил III, Михаил IV Пафлагонский, Михаил V Калафат, Михаил VI Стратиотик, Михаил VII Дука, Михаил VIII Палеолог, Михаил IX Палеолог, прочие, Михаил Комнин, император Трапезунда, Михаил Псиолель, византийский писатель, Михаил Кирулари, патриарх Константинопольский, цари Болгарии, Михаил I Осень, Михаил II Осень, Михаил III Шишман, прочие, Михаил Карибут Вишневецкий, король Польши, Михаил Абринович Сербский, князь Михаил Стурдза, господарь Молдавского княжества с апреля 1834 года по июнь 1849 в литературе и масс-культуре. В Ветхом Завете отец Сифура, одного из 12 соглядатых земли Ханаанской, один из колена Гадова, живший в стране Вассанской, сын Израхи, колено из Сахарова, один из 1000 начальников Манасии, перешедших к Давиду в Сакелаге. Отец Амри, главный начальник колена из Сахарова, один из 7 сыновей Иосафата, царя израильского. Отец Завадий, упоминаемый в числе лиц, возвратившихся с Ездра из Вавилона в царствовании царя Артаксеркса, вениамитянин, из сынов Берии. Персонажи художественной литературы: Михаил Строгов, книга Жюля Верна, Михаил Александрович Берлиоз, персонаж Булгакова, Михаил Стендаль, персонаж Булычева, Михаил Соболев, Михаил Бакунин, фамилии, образованные от имени.
От имени Михаила образована одна из самых распространенных русских фамилий Михайлов.